Так, сегодня 7, да, 7 марта ко мне пришла посылка. Мангал. Пришел заказом на Алиэкспресс. Правда, не дешевая, 1900 стоила. Пришла она из адреса от города Долгопрудный. Не знаю, как видно, у меня не особо четко. 1 марта. 1 марта отправили. Сегодня я получил 7 числа. То есть 6 дней шла. Весила она 4 900. Кстати, стоимость входила еще и доставка. 451 рубль. Здесь все написано. Тут тоже адрес. Откуда все пришло? О, Бату. Баумат. Запрашивал, заказывал на Алиэкспрессе. О, сейчас начну распаковку. Весит она 4 500. Реально, кстати, я думал, она будет какой-то коробке большой. Вот тут как-то она... Я быстренько ее ножницами. И покажу, что внутри. Так, а внутри, я смотрю, тут все довольно неплохо. Внутри такая переносная сумка. Весь этот комплект сумки. Кстати, довольно странные здесь ручки. Немножко загнуты зачем-то, не знаю. Не видно. Так, что тут еще у нас? У нас еще здесь. Ага. Накладная? Товарная накладная. Короче, гарантийный срок здесь. Ну, гарантия. Короче, гарантийный талончик. Срок возврата товара 1-7 дней. Сумма налога. Технолог, что это такое? Такой фирмы не пакетик. Да, уж. Вроде все. Так, сейчас открою эту сумку. Переносная сумка такая. Если бы еще ручка была бы помягче. Какая-нибудь специальная накладка была. В принципе, скоро пойдем в шашлыки. Как оно тут разбирается? Вот. Тут шампура входит. Должно быть их 6 штук. И на самом деле их тут, да, 6. 6 штук. Так, что у нас еще? Это я не знаю, что сейчас разбираться. Ножки. 4 ножки. Так. Вот тут. Я, наверное, пока выключу. Вот ее соберу, когда я включу. Или в процессе. Так, ну разобрался. Я первую сторону собрал. Такой он, в принципе, небольшой, удобный. И руки от него грязные. Видно? Пахнет железом вот таким вот четким. Как будто вот на заводе, как мы садим в школе, на уроках трудах. Делали какие-нибудь детальки, выпиливали, вот этим же самым пахнет. Чтобы вставить стенку, это пришлось подогнуть держалку. Но это делать можно, ну, ножкой. Так, что-то эта сторона не очень гнется. Так, главное, чтобы она прошла туда. Все. Ну, так и можно оставить, в принципе. Этого хватит. Так, все. Ну, с этой стороны. Изнутри она. Так. Кстати, штатив заказал, но не заплатил. Сегодня смотрю. Ну, когда штатив придет? А написано, оплата не поступила еще. О, все, вот так вот она. Так. Держится. Тяжеловат, конечно, 4,5 килограмма. Это натуральное железо. Я поставлю ножки. 4 ножки. Наверное, с этих краев.
На, я переверну ее. Ставлю. Так. Ну такой удобный, миниатюрный. Не то, что миниатюрный. Сейчас я найду сантиметр по мере. Метр. Так, надо было. Ну вот, ладно. Все, пожалуйста. Вот. Все. В сборе. Вот шампура. Так, 6 шампуров. Все, сейчас покажу. Вот так получилось. Такая красота. На майских мы пойдем на шашлыки. Там меня кто-то зовет. Сейчас со всех сторон покажу. Что-то еще хотел снять к этому видео. Вот так он такой чисто миниатюрный. Тоже миниатюрный. В лес выбрать. Места много не занимает. Сумочка. Даже фирма какая-то. Палисад кампинг. Кампинг. Да. Вот, материал такой плотный. А запах довольно приятный. Он таким свежим. Тут у него, вот смотрите, внимательно. Мангал, дипломат. Сумки. Сталь. 1-2 мм. Размеры 410 на 280 на 125. Производитель, кстати, ООО «Кедра Плюс», Ярославская область, город Рыбинск. Наш. Здорово. Не Китай. Все, я очень рад. Так, ну, померяем. На всякий случай. Вот, длина. Длина. Ну, да. Ну, 405, там 410 написано. Ширина. А, тут не видно. Так, ладно, черт. 305, ширина 25, 25, 25. Так, вот этой 10, ну там 11. И ножки у нас, сколько тут занимают у нас? Ну, 27. Вот длину он у нас 3, ну почти 40 сантиметров. Кстати, приобретайте, вполне достойная. Вещь. Покажу еще, когда будем готовить шашлыки. Как он себя зарекомендует. Но я думаю, надежное наше производство. Не Китай. Поэтому и запах настоящего металла. И собрал довольно быстро его. Так, сюда складываем. Раз, два. Немножко что-то забыл. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, готовьтесь к весне.